24 января 2021 года. Мельбурн. Небольшой городочек такой, приятненький, уютненький. Собственно, как все маленькие городки прибрежные. Остановилась в такой красоте, это гольф-поля. Хлебушек у меня есть с собой. Зеленый лучок я уже почти доела. И вот такая вот колбаска. Тоже ее уже почти доела. Вкусно. Аж не могу. Начало 5-го. Это моя последняя еда. Это фасолька. Как вы уже видите. Шикарная. Просто как масло. Как масло растворяется во рту. Вкусно, да. Вон игроки пришли уже. Один прицеливается, один гольфист и две машины за ним едут. Все, больше не могу. Это придется выбросить на Лизы. Очень вкусно. Действительно, просто, просто очень вкусно. Ну что, пацаны, пока. Авеню. Остановилась в Вави, набрала полной воды холодной, ледяной. Проверила санитарное состояние, помыла ручки и поехала. Еще успею посмотреть, как рыбачки ловят рыбу. Еще новогодние остались украшения на каждом столбе, они сняли. Мельбурн Бич, вот, направо. Так, теперь мой чердак. И я вот сейчас по этой A1A, я буду ехать, наверное, еще миль 15. Можно было заехать сюда, показать океан, но смысла нет сюда заезжать, если я уже еду в свой парк. А тут уже бензин 2.24, 2.25 почти. Я заправляла сегодня 2.12. И вот у меня бензина на 379 миль, то есть мне хватит до Майами. Закат. Сейчас я как раз приеду в парк и как раз полюбую закат. И вот она, жизнь пенсионеров. Поехали люди на велосипедах. Кайфушка, с левой стороны выходы на пляж, парковки большие. Вот она, островная жизнь. И вот парковки РВ. Вот за эту парковку вы заплатите, наверное, за ночь долларов 35. Боже, ну как же красиво, господи. И вот эти домики все смотрят, с левой стороны все домики смотрят на океан. Даже и здесь я не стала бы жить. Все равно привязка к одному месту. Что у вас там, мальчики, случилось? Машины. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну как тут 40 миль в час? Ну как тут 40 миль в час? Ну как можно было так долбануться? Ну ребята, ну вы че? Обалдеть. Скорость просто минимальная. 30, 30, 90 minutes or longer, and it's affordable. Call 407-219. В заходящем солнце как красиво смотрятся дома. In a way that works for you. At Rasmussen College, you can start strong with... Итак, вот он, Sebastian Inlet State Park. Так, у меня бесплатный билет. Welcome. Парк адмишн. Так, 8 долларов стоит за одну машину. И 4 доллара, если с вами едет кто-то в машине. За каждого человека. У меня 24 часа в сутки работает парк. Что просто замечательно. Вот люди постоянно подъезжают. Вон сейчас я пойду на пирс. Там... Посмотрю, как рыбаки ловят рыбу. Переодела я свою тепленькую штучку. Рубашечку сняла. Пошли. А там как красиво. Надо было сначала туда зайти посмотреть на закат. А потом... И, собственно, все в наших руках. Боже, какая красота. Как красиво. А спать я буду вот. Через речку переплыть. То есть по мостику проехать. Вот по этому по мостику. И с той стороны въезд тот же самый парк. Вот там, где мигают огонечки. Вот там вот я буду спать на вот этом островке, который... Да, отсюда не видно. Вот этот вот островок длинненький, я буду на самом краешке спать.
Ой, как здорово. Боже, как здорово. И цапля стоит, кого-то ждет. Классно. И пойдем вот туда на пирс. Пойдем посмотрим, что мужички наловили. Hello. Hi. Did you get anything? Got a bunch of fish in the car. Okay. Сейчас я пойду спрошу этого, пусть он мне покажет. Это же они сразу рыбу разделают на филе. И тут сразу возле них птички. Hello. Hello. May I just see your... What did you get? Okay. What's the name of this fish? I forgot the name of it. Okay, but looks so good. They're good from mm-hmm. what I hear. Mm-hmm. I forgot the name of it though. My wife would know. Okay. But yeah, I caught it and the guy said, "Wow, I haven't seen anybody catch these in a long time." I said, "Are they good to eat?" He said, "Oh yeah." He said, "Yeah, it looks good." So I'm gonna keep mm-hmm. them. I'm gonna try them out. Okay, thank you. Oh, yeah. In my country, we never take fillet of the fish. You guys yeah, just yep. cut there everything yep. from the stomach and oh, I'm sorry. Oh, you're fine. Yeah, and put this on the oven and. Right. But you're in America. Yeah. yeah. Where are you from? Spoil it. I'm from Ukraine. Ukraine. Mm-hmm. But I'm living here in America. I mean in Florida. Yeah. Oh, I love this fish. No, my son is fishing. No, I never fished. Is he fishing out there on the pier? I would like to try. He gave me small... The fishing rod? Yeah. And tomorrow I will try. Oh, okay. Maybe I'll get lucky. Well, good luck. I hope you do. Thank you so much. Yeah, have a good day. You too. И опять, вот видите, как отлив пошел. Утром прилив идет, и вот заносит эта волна прям... Ой, вон они. Пеликаны ждут, пока он им даст эту голову и вот эти косточки. Красавцы мои. Уф! И вот видно, как вода... Сейчас пошел отлив, и вот вода пошла в океан. А с утра вон как пеликаны прямо падают. Прямо летят и падают, как камни в воду. А с утра вода заливается сюда и прямо с таким сильным шумом идет в эту реку. Это инлет называется, инлет. А дальше вот там река идет параллельно океану. Какая красотень. Мало рыбаков сегодня, мало. Я смотрю, у него только одна рыбка. Вернее, он при мне разделывал рыбу, и там у него филе еще, по-моему, двух рыбок. То есть, видимо, он только три рыбки поймал. И вот это вот идет мост A1A, который соединяет вот эти два острова. И вот сразу пляжи. Я сейчас, как я уже сказала, поеду вот там вот, вот там музей. Вот домик стоит, там туалет. И там есть RV парк. Там есть душик, завтра с утра приму. И вот туда, на самом краешке этого острова я буду спать сегодня. Но пока спать рано. Сейчас пойду на пляж, пойду похожу. Ой, как красиво вода. Вода отступает. Ну как же здорово. Это же надо, как будто вот океан то туда, то сюда, то туда, то сюда. И где-то понабирали вот таких вот каменюк. Прямо каменюки. Потому что во Флориде камней особо нет. Во Флориде это же известняк, как правило. И вдруг такие камни. Прямо как скальная порода. Вот красный флаг, купаться запрещено. Ну, люди, понятно, все равно купаются. О, поймал что-то. Рыбочки собираются, видимо, на вечерний лов. Завтра я пойду рыбку ловить. Beach warning, water close to public. То есть плавать нельзя. Поздненько я приехала, я думала, пораньше приеду, успею позагорать. Нет. Купаться, конечно, нет, потому что реально холодно. Он маленькую эту рыбку использует для наживки, чтобы поймать вот такую вот большую. Все показывает, подошла, он сразу мне давай все показывать.
тянет. Сорвалась, ага. Вот они ловят на креветок, я смотрю, ловят, и на вот эти бантики. Вот он у мальчика какой-то бантик. Опа. Мне тут, наверное, ходить не надо, потому что они забрасывают удочки. Вон она какая рыбка. Красавица. Ну что, уже ровно 6 часов и 2 минуты. Вот что вот она стоит, волна? Скажите, пожалуйста. Она и в прошлый раз стояла здесь. Кого-то же она здесь ловит. Ой, хорошо, Господи. Как хорошо, Господи. Тапочки надо здесь оставить. Ну что ты, птичка моя, невеличка? И двора, видимо, не укрепили тут. Сооружали какие-то дворцы. Пойдем воду потрогаем. А, хорошая вода, хорошая, градусов 18. Итак, 6:13. Да, денечек стал буквально на несколько минут длиннее. Минутки на 3-4 стал длиннее. Пошли помоем ручки. И вот тут в туалете место для переодевания. Купальника, например. Одно место, второе место для переодевания. Понятное дело, туалеты. Вот еще переодевалочка одна. И пошли туалетики. И тут тоже туалетики. Итак, я нахожусь в Sebastian Inlet State Park. Вот это для инвалидов съехать по этой штучке. А это для нас. Ресторанчик. Очень темно отсюда, только слышен шум прибоя. Ладно, пойдем. Как здорово, что парк работает 24 часа в сутки. Красота просто. И что, поехали? Холодильник включился, я забыла его отключить. Он мне уже пока не нужен. Итак, поехали. Поехали на другой остров. Сейчас вот 6:38. Благо, что у меня билет бесплатный, я могу заезжать хоть 150 раз. Я могла бы там прямо возле океана поспать, но что-то мне как-то там машин не будет, я буду совсем одна. Ну, хотя с другой стороны, ну, как-то не знаю, не хочется мне. Я уж поеду на тот остров, где я спала в прошлый раз. Такое место уже любимое. Оно проверенное, я уже знаю, что там. Там рядышком душик есть. Я уже утром пойду в душик. Все, поехали. Пристегнуться надо. Итак, заезжаем на мост. Вот только что моя машина здесь под мостом стояла. Сейчас я сверну направо и заеду. Все-таки как здорово летом, когда до 10 светло. А сейчас начало 7-го, уже темно. Но с другой стороны, летом очень жарко. А сейчас в самый раз, самый-самый кайф. Сейчас еще выскочит мне медведь навстречу. Или лось. Или олень. Welcome to... Надо проплатить. Сейчас я достану свой билетик. Это он, либо не он, да, это он. Hello. Thank you. Good night. Я только показала ей свой билетик, она говорит спасибо и махнула мне рукой. Итак, вот тут вот опять же, вот под мостом, не видно, под мостом. Вот кто-то RV. Приехал с RV. Тут будут ночевать в этом штучки в прицепе. Не люблю я эти прицепы, я вообще понять не могу эти прицепы. Ну дебилизм какой-то, честно. Уже покупать, так уже покупать дом на колесах. Я могу вот здесь где-то спать, но я здесь не хочу. Поехали на самый краешек этого острова. И там я лягу, прилягу.
заснул, как младенец. А завтра с утра насварю себе кофеечка, и завтра с утра пойду здесь рыбку ловить. Дощатые помостики такие выходят, а прямо это река, это не река, не океан, в воду, короче говоря. Тут река встречается с океаном, и вот называется это место Инлет. Вот тут вот, не видно отсюда. Кампграунд с левой стороны, с душем. Живут в этих домиках. Кайфушка какая. Костры горят, палаточки стоят. Я так и не знаю, сколько стоит здесь этот одно место этого кампграунда. Вон уже несколько пустых есть, я вижу. Я была здесь до Нового года, это все было занято. Ну, сейчас тоже вот только пару свободных мест я видела. Вон костерчик горит. А мне вот ехать туда, на самый край. Тоже люди. Тоже палаточка стоит. Молодцы американцы, молодцы, дома не сидят. Что думать сидеть? Какая красота кругом, господи. Что-то мне не включается дальний свет, странно очень. Так, куда? Вот сюда, да, вот они тоже тут, еще тоже туалеты, там на входе туалет. И вот тут вот туалеты. И вот тут вот на воду спускаются. Стоят, вот на воду спускаются здесь лодочки, а я буду туда дальше. Вот тут туалеты, и вон там я смотрю, стоят машины, видимо, кто-то что-то празднует вот в этом, как он называется. Я тоже, кстати, тут могу припарковаться. Тоже, кстати, неплохое местечко. Но что-то мне здесь не хочется, если честно. Не хочу. Не хочу. Я поеду вот туда. Прямо на водичку. Никого там сейчас нет. Вот я, кстати, взяла с собой угли. Завтра я могу бросить уголечки и что-то поджарить. Жарить мне особо сейчас и нечего, если честно. И вот он. А что же у меня так? Не. О, я сделала дальний свет. Почему-то не включается. Ага. Там люди гуляют. Вот тут вот я сейчас встану. Вот он, самый край земли. И вот это уже пошла река Indian River. Вот так вот. Я сейчас развернусь. Жопкой назад. Вон там толпа людей. Ой, как хорошо, божечки мои. Паркуемся назад. Давай. Вот так вот, замечательно. Все,
И пошла я спать, и мне спокойной ночки. Все. Там я слышу, музыка играет. Все, мне спокойной ночечки. 6:30 утра. Светает. Вставать не хочется. И вон он уже пошел. Рассвет какой красивый. А я все валяюсь. Вставай. Вставай встречать рассвет. Боже мой, какая красота. Я проснулась, и солнце бьет вот так вот мне в глаза. Какая сказка. Встаем. Кофеечек. И вперед. Как здорово.